Новое жилье и лифты, а также улучшение медицинского обслуживания на селе. Эти вопросы были в фокусе внимания во время приема граждан, который провел губернатор Игорь Рудени. Подробности в нашем следующем материале выпуска. Этот дом на улице Железнодорожников в Твери давно признан аварийным и подлежащим расселению. Однако в 10 квартирах до сих пор проживают люди. Среди них и семья Павла Веселова, который говорит, что комфорта у них, мягко говоря, маловато. Крыша течет, у нас, как говорится, старые деревянные перекрытия, которые уже осыпаны и зимой очень сильно продувает. У нас нет отопления в подъездах. Губернатор поручил Минстрою взять решение данного вопроса под особый контроль. Сейчас специалисты подбирают жилые помещения для расселения. При выборе будет учитываться мнение граждан. А жительница деревни Леушина Кашинского района Светлана Иванова от имени всех земляков просит установить новый фельдшерско-акушерский пункт вместо нынешнего. ФАП уже не соответствует современным требованиям медицинского учреждения. Население у нас большое. ФАП обслуживает 13 населенных пунктов. И помимо этого у нас еще очень большой наплыв дачников, особенно в летний период, потому что мы находимся на реке Медведице. Игорь Рудени отметил, что эта проблема уже решается. Известно, что новый ФАП оснастят кабинетом приема врача, процедурным и прививочным кабинетами, смотровой, помещением для хранения лекарств. Известны и сроки установки нового пункта. Конкурентные процедуры проведены. Сейчас он находится в стадии изготовления. У нас по плану поставить ФАП до 1 ноября, который запланирован в Кашинском городском округе, в деревне Леушина. И после сертификации он должен у нас заработать не позднее 25 ноября. Жительница Твери Елена Романова попросила губернатора помочь с обновлением лифтов. Ведь им уже столько же лет, сколько и этой девятиэтажки на улице Благоева, которую возвели почти 40 лет назад. Люди откровенно боятся за свою безопасность. Лифты останавливают. Я сама один раз застряла. Так что, знаете, в лифте застрять – это не очень приятная история. А как он едет, с каким шумом? У нас слышно, у меня как раз лифт ходит за стенкой кухни, и это очень громко. Я утром просыпаюсь, когда первые люди едут на работу. Глава региона отметил, что в настоящий момент проводятся конкурентные процедуры. Замена двух лифтов планируется до середины декабря текущего года. Губернатор поручил Минстрою взять на контроль проведение работ в установленные сроки.